Роман работает в администрации в нашем управлении чуть больше года. Коллеги Романа Пивоварова до сих пор говорят о нем в настоящем времени, несмотря на то, что специалисты администрации Рыбинска уже нет в живых. В минувшую субботу труп 24-летнего молодого человека нашли в Некрасовском районе. Туда мужчина приехал на турслет в составе рыбинской команды. В месте, где проходил 11-й слет предпринимателей России «Содружество», был обнаружен труп мужчины 1989 года рождения. Труп был найден на проселочной дороге, ведущей к месту проведения турслета. Это видео сделала участница турслета. Вот та самая дорога в километре от палаточного лагеря. В колее видны следы крови. Что заставило Романа покинуть территорию, никто сказать не может. Правилами турслета покидать площадку было запрещено, поясняют организаторы. Два года назад Роман Пивоваров закончил Рыбинский авиационный университет. Его однокурсники не понимают, как такое могло произойти с ним. Очень поразило то, что именно это ДТП, потому что вот в плане дороги, внимания как бы ко всем мелочам, ну, это у Ромы было. И вот очень странно, на самом деле, ну, от всех обстоятельств нам сейчас неизвестно, что это именно ДТП, именно дорога. Вот. Удивительно, но ник Романа ВКонтакте переводится как «Черный падший ангел». Последняя песня, которую молодой человек опубликовал, называется «Рай». Пускай не будет горя, это нечестно и низко. Бог, дай мне уйти, увидев радость близко. Сейчас проверку по факту смерти проводят полицейские. В ближайшее время материалы будут переданы в Следственный комитет. Похороны Романа Пивоварова состоятся завтра в 11 утра в его родном Мышкине. Екатерина Бубнова, Олег Лушников. День в событиях.